Приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас 11 апреля 2024 года. Мы с вами в Аркадии, на плитах, на нашей многострадальной набережной. Была она разбита просто в хлам. Да, ну, в принципе, и остается разбита. Ее просто так подшаманивают, знаете, таким кустарным методом, скажем так. Я не могу назвать это капитальный ремонт набережной. Это просто посмеховочко, скажем так. Ну, есть маемо то, что маемо, так сказать. Хотя бы так. Потому что даже этого не было. После зимы тут было все такое перекрученное, перевернуто. Сильнейшие штормы все развалили. Работают молодцы. Спасибо, спасибо и на этом. Во всяком случае, теперь можно перемещаться, ходить, ездить. Что хочешь, то и делай, так сказать. Работы ведутся. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы тут все сделали капитально, да? Залили бетоном, выложили брусчаточку, чтобы было все как в лучших домах Парижа. Но, наверное, если это и будет когда-то, то уже, наверное, после войны. Да? Я так думаю. О, мама родная, посмотрите, сколько там народа выложилось на аркадийском песочке. Просто тьма тьмущая. Сейчас поближе подойдем, вам поснимаю, покажу.